Представители 14 стран оспаривали победу в полутяжелом весе. На помосте шведский атлет Свенсон. Журналисты отмечали, что у него своеобразная манера выполнения упражнений. От американской команды в этой весовой категории выступает Дэв Шепард. Он неоднократный участник международных соревнований. Вес взят. 145 килограммов. Хороший результат для атлета полутяжелого веса. Советский спортсмен Аркадий Воробьев. Пятикратный чемпион мира. Сейчас Воробьеву предстоит отстаивать это звание в шестой раз. Уже в первом движении, в жиме, он добивается успеха. 150 килограммов. Это на 5 килограммов больше, чем у американца Шепарда. Здесь, в Стокгольме, в 1953 году, Воробьев впервые завоевал золотую медаль чемпиона мира. И теперь вновь жители столицы Швеции стали свидетелями мастерства выдающегося советского спортсмена. Аркадий Воробьев шестой раз вышел победителем в чемпионате мира. Дэв Шепард занял второе место, третье — болгарин Иван Веселинов.